Дорогие друзья, сегодня 19 января 2022 года исполняется ровно 30 лет со дня подписания первым президентом Республики Саха-Якутия Михаилом Ефимовичем Николаевым указа о создании Министерства внешних связей Республики Саха-Якутия. Дорогие коллеги, дорогие друзья, поздравляю вас с юбилеем. Создание нашего родного министерства стало одной из вех в истории нашей республики Саха-Якутия, потому что международные связи это является одним из атрибутов государственности. А республика Саха-Якутия по Конституции Российской Федерации является государством в составе Российской Федерации. И также хочется отметить, что вот все эти 30 лет Министерство внешних связей работает рука об руку с Министерством иностранных дел России. Республика Саха-Якутия является единственным регионом, которое в далеком 92 году заключило протокол о сотрудничестве между Министерством иностранных дел России и Министерством внешних связей Республики Саха-Якутия. И все 30 лет наша республика идет согласно линии Министерства иностранных дел России. Руководство России постоянно защищает интересы Российской Федерации, работает над улучшением благосостояния родной республики и ее многонационального народа.